Теперь я отчетливо понимаю, что нашу систему связи вывели из строя. Подозреваю, что вы уже довольно давно не получаете моих телеграмм. Но я продолжу отправлять их, как велит мне долг. Я смогу сорвать дверь с петель. К двери привязана вагонетка. На вид тяжелая, может сорвать дверь. Тяжелая, может сорвать дверь. Thank you.
Зажимайте ее! Попал! Теперь все понятно. Если воспользоваться указаниями... Рукоять меча из золота, украшенная камнями. Тому, кто прочтет это послание. Скоро я умру, и со мной умрут все знания об этом месте.
если обрушить подъемный кран, он сорвет дверь с петель. Так у меня не хватит сил. Должно получиться. Это должно быть бессмертный пророк. А это изображение исхода его народа из сирийской пустыни. Они поселились в тайной долине и построили великий город. Китиш. Для защиты города и его жителей пророк создал армию воинов. Что тут изображено? В руках явно не святой источник, что-то еще, что-то другое. Ну что? И его воины создали для него атлас, чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами. Карта города. Она укажет путь к святому источнику.